Ребята, всем огромный привет. Сегодня решили мы с другом приготовить очень вкусное блюдо. Без заморочек, без всего. Приготовим пельмени в казане на костре. По быстрому варианту. Ну что, начинаем? Поехали! Для наших пельменей потребуется лук на полукольца. Морковь на крупной терке. Так, морковочку мы настругали. Пойдемте к казану. Нагреваем. Масло нагрели, лук добавляем. На 2 килограмма пельменей мы добавили 3 головки лука. Ну, средние. Обжариваем. Лучок обжарили. Добавляем морковь. На 2 килограмма пельменей мы добавили 2 средние моркови. Обжарим пару минут. Обжарили мы наш лук с морковью. Пошли в ход помидоры с собственным соком. Воду добавляем воду. Солим наш зирвак. Добавляем черный перец горошком. И 3 лавровых листика. Закрываем и томим минут 15. Добавим перчик чили один, цельный. Так, ребята, прошло у нас 15 минут, как варится наш зервачок. Вот такое у нас интенсивное кипение. Достаем мы перчик чили. Вот он. И загружаем пельмешки. И на медленном минут 10 держим. Ну что, друзья, наши пельмешки готовы. Снимаем и быстро бежим кушать. Опа. Вуаля. Красота. Страшная сила.
показать красоту. Обязательно надо всем. Ребята. Вот такие пельмешки получились. А запахи стоят тут вообще на наш северный район. Серега, сейчас будем кушать. Сереге самую большую тарелку. Самую толстую. Самому стройному. Держи. Ой, спасибо. Зелень, сметанка. Ну-ка, дай-ка. Ну что, приступаем? Дегустации. Дегустейшнс. Что-то похолодало у нас. Да. Ничего себе. Вы знаете, я такое в жизни никогда не ел. Вот честно говорю. Что-то пельмени для меня вернем открыли сиракурси. Ребята, обязательно приготовьте это блюдо, обязательно. Вообще. Если бы, конечно, под наливочку, то это другое дело будет. А так вообще огонь. Ребят, мы продолжим. Под наливочку. Мы продолжим кушать. А вам желаем всего хорошего и до новых встреч. Пока. Колокольчик. Всем пока.